Девчонки, всем огромный привет! С вами снова Таня. Сегодня я вам буду снимать видео и рассказывать про свои покупки. Ну, покупки, конечно же, косметики, о чем я еще могу говорить. Хотя тут у меня в планах снять видео про покупки одежды. Да-да-да-да. Вот, так что, может быть, скоро будет видео даже про покупки одежды. Узнаете? Герой из моего прошлого видео, собирала я в прошлом видео эту красотульку, наряжала ее, так что если вы пропустили это видео, то обязательно посмотрите. И теперь давайте уже начнем про мои покупки. Первую покупочку, которую я вам покажу, это будет вот такая палетка теней от фирмы Revlon, серия PhotoReady, 505 оттеночек, по-моему, импрессионист. Выглядят вот оттеночки так, это коричнево-золотистая палитра, тени компактные для век, пятицветные с праймером. Где праймер? Где праймер? Ответьте мне, почему здесь написано пятицветные тени с праймером? Короче, кто в курсе, напишите, просветите меня. По поводу палетки. Обожаю я теперь эту палетку, она, наверное, будет моей новой любимицей, да-да-да. Во-первых, начнем с того, что это мои самые любимые оттенки теней. В Инстаграм я уже выложила фотографию с макияжем. И, между прочим, сегодня я тоже сделала макияж с помощью этой палетки. Давайте теперь уже ближе. Как я долго рассказываю про эту палетку. Ладно, она очень хорошая, так что можно про нее долго говорить. Значит, начнем вот с этого светло-коричневого оттенка. Я просто в шоке от его качества. Смотрите, буквально одно проведение и легкое касание пальцем. И смотрите, какая цветопередача. Боже мой, как она набирается на кисть. И на спонжик она хорошо наберется, и на кисть прекрасно набирается мелкого-мелкого помола. Такое ощущение, что, знаете, бывают такие тени, когда водишь по ним, такое ощущение, что они кремовые, что они жирные. И вот этот как будто бы реально такой жирный, прям у него текстура такая... Нет, это сухие, обычные, прессованные, компактные тени. Точно такого же качества практически. Вот этот светло-коричневый оттенок, вот этот. Сейчас он у меня на складке. Отличный оттенок, просто на 5 с плюсом. Вот эти два оттенка на 5 с четырьмя плюсами. Следующий оттенок, вот такой серо-коричневый. Он немножко, чуть-чуть такой сатиновый. Он тоже отлично, у него цветопередача, но по сравнению с предыдущими тенями он более такой суховатый. Четвертый оттеночек теней – это вот такой светло-коричнево-золотисто-бежевый молочный. Это оттеночек тоже из разряда вот этого коричнево-серого. Он немножко такой суховатый по сравнению с теми, но для ежедневного макияжа он просто, мне кажется, прекрасно подойдет. Вот этот оттенок я вообще не поняла. Короче, это не тени. Это такой какой-то глиттер, слюда, шиммер. Я не знаю, как его назвать. Он жутко сыпучий. Немножко с розовинкой, такой оттенок а-ля розовое золото. И, конечно же, он такой прям вообще слюда слюдой. Очень понравилось качество, отличные тени. Единственное, вот один мне оттеночек не очень понравился. Но качество остальных теней, качество остальных оттенков... Просто прелесть. Следующая палетка у меня будет от фирмы Pupa. Купила я ее на самом деле давно. Даже в Инстаграм как-то выкладывала фотографию. И почему-то я вам ее не показала. Это значит Pupa Art. Называется четвертый оттеночек, четвертая палетка. Их всего, когда я покупала, их было всего 4. И вот это была как раз новая коллекция, новый выпуск, последняя четвертая палитра. Называется она изумрудная. Всю крышку идет очень хорошее зеркало, большое зеркало. И здесь оттеночки, значит, 9 оттенков теней. Единственные тени, первые два оттенка, которые мне не нравятся, потому что они сильно блестящие, сыпучие, шиммерные, белые, серебристые и такой желто-золотистый оттенок мне не нравится. Остальные тени отличные. Очень красивые цвета, вот этот коричневый. Очень красивый оттенок, вот этот изумрудный, он просто вообще прелесть. Очень красиво вот этот серо-розовый оттенок, очень красивый, очень хорошего качества. Матовый, коричневый, светло-коричневый оттенок, он прям матовый-матовый. Вот эти оттенки синий и зеленый, они сатиновые. А вот эти все шиммерные. А черный еще есть оттенок отличного, просто безупречного качества. Он матовый. Пользуюсь я ими редко почему-то, они больше для меня такие праздничные.
но достойная палетка. Следующая палетка — это будет палетка от H&M. Здесь находятся тени и двое румян. Вот эти румяна, такие розово-холодного барбишного оттенка, они сегодня на мне. Здесь три ряда теней, они все разного качества и разного состава. Вот это сатиновые оттенки, это шиммерные оттенки и матовые. Больше всего я пользуюсь, конечно, матовыми оттенками, и всеми ими, все эти матовые оттенки я использую в качестве стрелок. Как сказать, из разряда очень бюджетной косметики. Это просто, ну, по-моему, для новичка это находка — попробовать разные оттенки. Вот эти шиммерные тени, конечно, они не очень хорошего качества. Сатиновые тени неплохого качества, неплохие. Вот сатиновый ряд и матовый ряд очень такие достойные. Единственное, вот да, с шиммером немножко, конечно, так. Они очень-очень сухие и такие сыпучие. Румяна прекрасные. Реально, румяна офигительные просто. Я обожаю вот этот барбишный оттенок. Так что, Женечка, Хитко, тебе привет и спасибо тебе. И еще следующая моя просто любовь, которую тоже мне Женя посылала. Это блеск для губ тоже от H&M. Номер я даже не знаю, но называется он тропическая фуксия. Все лето я носила вот этот блеск. Мне очень нравится его запах. Я не знаю почему, но мне очень нравится его запах. Это просто супер ядреный оттенок, смотрите, фуксии. Качество, конечно, я не скажу, что супер, его приходится частенько обновлять, потому что он куда-то, я даже не съедаю вроде бы, но он куда-то пропадает, исчезает потом через какое-то время, и его нужно постоянно обновлять. Но, блин, этот оттенок, он просто нереальный. Следующая покупка — это была тушь от фирмы Essence. Тушь для ресниц, для максимального объема и невероятно густых ресниц. Отличнейшая тушь. Смотрите, какая огромная-огромная у него щетка. Почему я нюхаю тушь? Кстати, пахнет она как себе. Она уже сколько, я где-то, наверное, месяц пользуюсь этой тушью. Пока не сыпется, никаких комочков не образуется, разделяет ресницы прекрасно. В общем, я очень довольна этой тушью, особенно за эту стоимость. Да даже не за стоимость, даже если бы она стоила 500 рублей, там, я не знаю, 1000 рублей, все равно я была бы ей очень довольна, потому что, ну, хорошая тушь. Следующая покупка — это будут румяна от фирмы Victoria Shu, 108 оттеночек. Это такой, знаете, немножко коричневато-рыжевато оттеночек. Полностью он матовый, запаха нет никакого, вроде каждый день пользуюсь. И до сих пор их, смотрите, как много. Хорошие, не сыпучие, хорошо набираются. И не, вообще ими невозможно переборщить. Классные румяна, я их обожаю. Следующая покупка, которую я не могу показать, хотя я уже в нескольких видео говорила про него, но в покупках я же не говорила. Поэтому мир должен знать своих героев. И это моя самая любимая пудра. Я ее покупала где-то месяц назад, купила. Это пудра Pupa Luminis, по-моему, уже у меня все стерлось. 0,5 оттеночек, это запеченная пудра, которая делает мое лицо просто идеальным. Она скрывает все недостатки, она, ну, блин, это самая лучшая пудра на свете, и она лучше от метеоритов от Guerlain. Ну, конечно, на мой взгляд. Следующая моя покупка — это тональный крем «Совершенное слияние» от фирмы L'Oréal. Alliance Perfect, да. Подстраиваться к цвету и текстуре кожи. Во-первых, бутылка стеклянная, отлично. Миллилитров здесь 30, отлично, в принципе, это неплохо. Помпа супер удобная. Я обожаю тональные кремы именно с такой вот помпой, потому что выдавливать не надо, лезть пальцем никуда, ничего не окисляется. По-моему, это самое прекрасное решение для тонального крема. Пишут, что выравнивает цвет лица, подстраивается к цвету и текстуре кожи. На самом деле, да. Тональный крем очень-очень жидкий, но он какой-то, знаете, очень пигментированный, что ли. Несмотря на то, что он жидкий, там в нем столько пигмента, что лицо оно делает таким прям вообще совершенным на самом деле. Несмотря на то, что у него очень легкая текстура и размазывается он очень легко, даже кисточкой наносится очень легко и руками наносится очень легко, и при нанесении руками ощущение, знаете, такое, как будто под вашими пальчиками пудра.
Тональный крем мне очень понравился, и мне кажется, что его на мне не видно. Этот тональный крем мне даже не, с моей жирной тазоной, мне не нужна пудра, мне не нужно его закреплять, потому что отличный результат она дает. Я, честно говоря, не понимаю, как он может не нравиться, почему у него есть плохие оценки, но тут уж, понятное дело, вкусы у всех разные. Но мне этот тональный крем очень понравился. Следующие средства это будут два блеска для губ и две помады от фирмы Kiki. Вот эти все блески, помады, они стоят 50-60 рублей, где-то вот так, или 100 рублей. Ну, короче, совсем-совсем копейки. Два блеска у меня, 618 оттенок, 611 оттенок. Здесь удобный аппликатор, и блески такие, знаете, из разряда очень липких блесков, и они из разряда блестящих. Я не очень люблю блестящие блески, дареному коню в зубы не смотрят, далее и далее пользуюсь для макияжа, мне будет, в принципе, полезно. Не понравился мне запах. Один оттеночек немножко холодноватый, другой оттеночек чуть-чуть потеплее, такой более в персик идет. Ну, неплохо. В принципе, ладно, пускай будут для коллекции, может, кому-нибудь подарю. Следующее, тоже то, что мне досталось просто так, это вот такая нюдовая помада, ну это прям замазка за маской, но она мне очень нравится, между прочим. Она, конечно, качество очень плохого, но я умудрилась его наносить так, что такое ощущение, что это хорошая помада, короче говоря, лежит на губах. Мне очень нравится оттенок, он выбеливает губы, и мне этот эффект нравится. И следующая помада, которую вы могли наблюдать в моих предыдущих видео, в частности тег, свадебный тег и пустые баночки, по-моему, да, я как раз вот там наносила этот красный оттенок. Понравился мне в магазине очень оттенок, он такой, знаете, кроваво-красный, он не рыжий, а он именно такой черно-красный. Мне вот это очень-очень понравилось. Пахнет она очень неприятно. Я его научилась наносить так, что она не скатывается и лежит на губах очень хорошо. Вот, так что можете наблюдать в предыдущих моих видео. Смотрится она очень красиво. Я довольна. Следующая помадка это Baby Lips. Была у меня такая в персиковом цвете, и я не знаю, решила взять опять-таки этот Baby Lips. Короче говоря, второй раз наступаю на одни и те же грабли, видимо, меня мои ошибки ничему не учат. Вообще ни к чему не нужная, в принципе, вот эта вещь, это не гигиеническая помада, это просто, ну не знаю, просто блеск. Хорошая гигиеническая помада, которую я вот купила от Neutrogena, тоже не первый раз уже показываю, по-моему. Отличная помадка. Я его купила в наборе с кремом для рук. Это самый лучший бальзам для губ, а это самый лучший крем для рук. Крем для рук с запахом Neutrogena, норвежская формула, концентрированный. Мгновенно восстанавливает, защищает даже очень сухую, потрескавшуюся кожу рук. На самом деле очень хорошо защищает и мгновенно восстанавливает, это тоже правда. Очень нравится мне этот крем, он очень-очень жирный. Напоминает, конечно, когда начинаешь его размазывать, такое ощущение, что воск по рукам просто размазываешь. Но руки потом такие бархатные, такие приятные, прям вообще прелесть. Следующая покупка это будет Essence Cookies and Cream, Yummy Yummy называется, оттеночек 02. Это карандаш для глаз, это карандаш для век, но наношу я его, знаете куда? Я его использую исключительно для подводки внутреннего века. Представляете, вот этот сероватый оттеночек, он матово-серый и он так классно смотрится на нижнем веке. Вообще, прям супер находка, очень классный карандаш и смотрится очень-очень натурально. Сейчас он у меня тоже на глаза нанесен. Следующая покупка, это у меня была покупка от фирмы Divage 906090, коричневая тушь. Я не помню, в покупках я вам, по-моему, его не показывала. У него вот такая щеточка, очень хорошая тушь коричневого цвета. Она не сильно яркая, не сильно черная. Конечно, она коричневая не смотрится, она смотрится черной, но она не такая, знаете, гиперяркая, прям кричащая, как вот эта тушь моя от Essence. Кстати, смотрите, сравните, вот эта тушь какая толстая, притолстая, а вот эта такая тоненькая и правда 96-90. Тушь неплохая. Тушь Essence мне нравится гораздо больше. И я пошла в Литуаль, и пока там есть акция 40% скидка, я пошла и купила Miss Dior Blooming Bouquet.
такое ощущение, что ты просто сидишь в клумбе роз, в клумбе цветов. Мне очень нравится, девочки, прям я тащусь. Я тут маме рассказывала, что... Я говорю, мама, позвонила ей. Говорю, мама, я купила новый парфюм. Я говорю, она говорит, какой? Я говорю, вот, Miss Dior, Piumin Bouquet. И, короче, она говорит, ну давай, описывай. Я говорю, такого аромата у меня еще не было. И потом я говорю, мам, слушай, я, по-моему, тебе каждый раз покупаю новый парфюм и тебе все время говорю одни и те же фразы, что это самый прекрасный парфюм, что это просто, ну, умереть не встать. Для офиса и для повседневной жизни, мне кажется, это самое то. И вот такая, знаете, не самая лучшая стойкость. На пару-тройку часов, наверное, его всего лишь хватает, и его нужно обновлять. Всем огромное-огромное спасибо за внимание. Всех очень-очень сильно я вас люблю. Спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Вы мне приносите очень-очень много радости и радости, и счастья, и очень много мотивации для того, чтобы продолжать снимать видео. Спасибо вам огромное, огромное, огромное каждому из вас. Пока-пока.